ходила активистка, мы знаем, собирала подписи. Не знаете, кто? Я, честно не говоря, не знаю. Не знаю. Мы на первом этаже живем, то, что нам лифт дал, он почти не выходит. Хотели узнать, вас здесь собирали подписи, по-моему, да. А кто? Скажите, пожалуйста, у вас активистка собирала подписи. Кто она, знаете? Не знаю. Вон на втором этаже. Розыск героя этого дома напоминает сюжет по Самуилу Маршаку. Разве что в стихотворении гражданин так и остался неизвестным. Хотя и полиция, и пожарные искали. Здесь журналистам удалось найти не одного, а сразу нескольких героев. Сложнее оказалось получить показания. Ой, извините, пожалуйста, я на эту тему не хочу по телефону даже разговаривать. Но вы же герой наш. Я всегда первый, не хочу. Не-не-не-не-не. Захлопывает дверь так же быстро, как и новенький лифт, за установку которого, собственно, боролась с соседкой. Несколько лет назад журналисты «Саратов-24» снимали репортаж в этом доме по улице Лебедева-Кумача. Тогда жители показали репортерам, в каком ужасном состоянии находятся подъемники. Пожилая мама, и ей один раз пришлось, когда лифт застрял, вылазить, когда он находился даже между этажами. Вибрации стен, вибрации пола, нажимаешь на один этаж, можешь приехать на другой этаж. Не сразу добрались до адресата жительницы дома 72 по Лебедева-Кумача. Метались между администрацией своего района управдомом. Писали обращение на имя местного главы и руководителя АТЖ Ленинского района. В них сообщали обо всех ситуациях, когда неисправное состояние лифта угрожало жизни жильцов. В итоге к борьбе за новый подъемник привлекли соседей. Жители массово подписались по требованиям заменить лифты. Поиск одного героя в итоге вывел репортеров на то, что практически на каждом этаже дома живет свой герой. Самое главное, чтобы был человек, который начал какую-то акцию, а потом уже ко всему все это перекладывается остальное. Потому что вот точно так же меняли домофон мы, вот, то есть нам предложили, вот, и вот я лично тогда этим занималась. Телевидение вызвала моя соседка, мы с ней как бы вкупе договорились. Выяснилось, что одна из героинь не дает интервью, потому что опасается, что управдомы откажутся ремонтировать в подъезде полы. Вот так герои нашего времени оказываются заложниками бремени. Времени. Мария Смирнова, Олег Буланов, Саратов, 24.